Вадим, ты уже снимаешь? Мы на Байкале. Мы сейчас поедем на этом кораблике кататься по Байкалу и наслаждаться красотами. Подожди, она усыпляет, говорят. Ничего, я тебе укачивает. Грамотную дозу отсыплю. Смотри, вот это твоя доза. Вадя снимет, как мы спим на лодке. Ну и таблеточку, чтобы не укачивала. А то не хочется себе портить путешествие. Пожалуйста. Какая-то эмоция. Детская эмоция. Детские эмоции, они прекрасны. Да. Если мы проживаем снова детские эмоции. Это дорогого стоит, хочется заметить. 100%. Берите, ломайте, кидайте. Спасибо. Можете попробовать, некоторые чайки прямо с рук берут. Можно попробовать. Так, держимся. О, ловят. Температура воды 6,5 градусов. Под нами? Да, под нами. 150 метров. Сколько стоит обратно уехать? Это уж как получится. Как договоришься. Как договорят. Что это такое? Вот у меня. Мы с Ольгой Владимировной по-братски поделились. Надо задом? Нет. Да нет, это нормально. А, да, вот я поняла систему. Все, слезла. Какие березы, а? Снимай наши русские березы, Вадим. Вид, конечно, с ума сойти. Горизонт. А воздух вообще просто сказочный.